люблю то, чем я занимаюсь. Я люблю людей. Что я подразумеваю под этим? Это моя стихия. Я в общении, в коммуникациях, как в океане. Я очень люблю разговаривать. Ведущий – это человек, который ведет за собой. Он понимает, куда нужно прийти. Это бизнес-задача. Дойти из точки А – начало мероприятия, в точку Б, к которой хочет прийти клиент. Бизнес-мероприятие для клиента – это инструмент. Инструмент, которым он решает какие-то свои задачи. Коммуникации внутри коллектива, повышение лояльности. Я понимаю, как это делать, поскольку сам владелец нескольких бизнесов, понимаю боли, которые у человека есть внутри. Универсальность – это самый важный момент. Китайский, испанский, французский – польский я не знаю, а вот русский и английский, да. I'm not professional translator, no. But I know how to handle it. Главное – это создать такую атмосферу, в которой люди почувствуют себя уютно. Людям должно быть уютно.